Здравствуйте! Сегодня у нас 14 августа. Мы находимся в Краснодарский край, станица Низамаевская. Вот заехали к Виктору Николаевичу Зеленскому. Вот пришел автомобиль знаменитого нашего совхоза Ленина, Павла Николаевича Грудинина. Пришел автомобиль, мы тут по-дружески им сообщили, всегда их снабжаем арбузами по сезону. Вот приехали ребята. Скажите что-нибудь, ребята. Александр Григорьевич вот стоит у нас, Матвиенко, Виктор Николаевич и водитель совхоза. Александр Григорьевич, минутку. Доброе утро, все жители совхоза имени Ленина. Привет вам с Кубани. Отсылаю вам арбузы. Ешьте и вспоминайте всех казаков Кубани. Я также присоединяюсь, да, очень рады мы, что есть у нас в нашем государстве такой совхоз, что люди живут там отлично, социально защищенные. И дай бог всем так. Я даже, если честно признаться, желаю, чтобы и моя станица так процветала, как Павла Николаевича Грудинина, совхоз имени Ленина. Есть у меня такая мечта создать с моей родины, малой родины, станицы Низамаевской, такой же уют и престиж, как Павла Николаевича Грудинина. Все, большой спасибо. Привет, большой привет всем ленинцам. С чистой душой поздравляем вас. Ну, как бы рады мы за вас. Спасибо, Виктор Николаевич, спасибо. Вот Алексей тоже водитель совхоза. Он уже второй раз у нас, второй год приезжает. Мы уже с ним знакомы. В общем, вот такая ситуация. Едем дальше для погрузки. Приехал КамАЗ совхоза Ленина. Вот мы прибыли к Александру Егорычу Матвиенко. Погрузка пока сейчас придется подождать до обеда. Дождик прошел, и арбуз будет грязный, сырой. В общем, будем ждать, пока вот надеемся на гостеприимство Александра Егорыча. Он у нас хлопец гостеприимный. Пойдем у него пока покушаем, посидим, подождем до обеда. Вот такое вот его домовладение. Казачье. И жена вот казачка сидит, цветочки в порядок приводит. О, вот такой вот у Александра Григорьевича навесик. Вот у него он охотник, казачура, импровизированные такие чучела стоят. Ну что, уважаемые друзья, вот прибыли на поле на погрузку. Это у нас поселок Кубанский. Два брата фермеры. Это вот Антон. Романа нету. Антон, фамилия как ваша? Тузов. Еще раз. Тузов. 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 Братья Тузовы, да. Вот они грузят на совхоз Ленина в качестве, так сказать, благотворительного, можно сказать, жеста по доступной цене для совхоза Ленина. Грузим арбузы. Выбираю тут лучшие арбузы. Специально для ТВ совхоз. От кубанских казаков Александра Григорьевича. Вот в этом году зайцев у нас очень много. Вот таким образом, вот видите, как обгрызают шкурку с арбузов зайцы. Очень много таких арбузов. Вот еще один лежит арбузик. Вот он. Вот. Вот если кто будут выбирать арбузы, выбирайте вот немножко грызанные зайцем. Заяц плохой арбуз грызть не будет. Ну что, ребята, вот мы завершили погрузку. Стоит вот КамАЗ совхоза имени Ленина. Нагрузили арбузов 8 тонн. Отправляем сейчас в совхоз имени Ленина. Так сказать, наш презент для жителей совхоза, для сотрудников, для работников. И лично привет Павлу Николаевичу Грудинину. Вот находится посередине хозяин арбузов.
звать его Юрий, фамилия их два брата, это Юрий, есть еще брат Антон, младший брат, это два брата, и отец даже тоже у них там, династия в общем семейная, занимаются арбузами, вот они пошли нам навстречу и... В общем-то, да, погрузили по хорошей цене, хорошего качества арбузов. Азербайджанцы задело. Хотим, да, теперь что вы хотели бы передать вот совхозу имени Ленина? Передаем привет совхозу имени Ленина. Приятного аппетита. Приезжайте на следующий год, будем рады. Все, спасибо большое. 14 августа, день к концу. Вот, приехал домой. Плодотворный такой был день у нас сегодня. В общем-то, приятные вещи делали. Грузили для совхоза Ленина арбузы. Уже это становится традицией. Третий или даже четвертый год мы уже традиционно по сезону грузим и отправляем совхозу Ленина арбузы кубанские наши. Ну, что хочется сказать. Ну, конечно, огромный привет Павлу Николаевичу Грудинину и всему коллективу совхоза Ленина, а также всем жителям территории совхоза Ленина. Огромный привет вам и благодарность, и слова поддержки. Не хочется сказать терпения вам, а хочется сказать вам не терпения, а побед, ближайших побед, чтобы враги отступили, чтобы все было на вашей территории хорошо, чтобы вы всегда оставались нашей гордостью и примером, и подражанием, как надо наладить, настроить и отрегулировать жизнь в сельских поселениях и вообще в стране, да и во всем мире, наверное. Всех вас сердечно обнимаем. Дай вам Бог всем здоровья, удачи. Ну, а арбузы кушайте на здоровье. А мы при удачной стечении обстоятельств и возможности посетим вас и будем у вас в гостях тоже так же. Вас тоже ждем в гости. Всегда рады будем любым жителям совхоза Ленина. Гости, всегда наш дом открыт. Приезжайте. КФХ Маслова Николая Николаевича. Станица Дмитриевская, Кавказский район Краснодарского края. Всем пока и до встречи.